Здравствуйте! Тема урока – железо и его соединение. Сегодня на уроке вы научитесь описывать характерные физические и химические свойства железа, объясните получение железа и его соединение. Положение железа в периодической таблице химических элементов. Железо – элемент четвертого периода 8-й B-группы. Относительная атомная масса – 56. Валентными электронами являются 3D6, 4S2. Электронное строение атома железа. Железо. Заряд ядра плюс 26, расположение электронов по энергетическим уровням 2, 8, 14, 2. Электронная конфигурация 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2. Валентные электроны. Возможные степени окисления в соединениях у железа. Плюс 2, плюс 3 и редко плюс 6. Нахождение железа в природе. Наиболее распространенные и добываемые руды и минералы. Бурый железняк, железный шпат, красный железняк, магнитный железняк. Физические свойства железа. Цвет. Серебристо-белый, плотность железа 7,87 грамм на сантиметр кубический, температура плавления 1535 градусов по Цельсию, температура кипения 2750 градусов по Цельсию. Железо – тяжелый металл с магнитными свойствами. Химические свойства железа. Железо реагирует с простыми веществами. Примеры реакций. Феррум плюс С образуется феррум С. Феррум плюс йод 2 образуется феррум йод 2. 2 феррум плюс 3 хлор 2 образуется 2 феррум хлор 3. В реакции железа с хлором образуется хлорид железа трехвалентный. 3 феррум плюс 2О2 образуется феррум 3О4, смесь оксидов феррум О и феррум 2О3. Железо реагирует со сложными веществами. Примеры реакции. Феррум плюс 2H-хлор образуется феррум хлор 2 плюс H2. 2 феррум плюс 2H2O плюс O2 образуется 2 феррум OH дважды. Это реакция окисления. Железо реагирует с растворами солей. Феррум плюс купрум SO4 образуется феррум SO4 плюс купрум. Соединение железа. Оксиды. Феррум О, феррум 2O3, феррум 3О4. Гидроксиды. Феррум OH дважды, феррум OH трижды. Растворимые и нерастворимые в воде соли. Феррум 3О4. Железная окалина. В природе встречается в виде минерала магнетита или же магнитного железняка, устойчивый к химическим воздействиям, но при длительном хранении и выветривании практически полностью превращается в феррум 2О3. Свойства монооксида железа. Оксид железа, степень окисления плюс 2. Вещество черного цвета легко окисляется и может возгораться в присутствии кислорода. Слабый основной оксид. Реагирует с растворами кислот, реагирует
с кислотными оксидами и реагируют с кислородом. Свойства феррум-2О3. Феррум-2О3 проявляет слабые амфотерные свойства. Вещество темно-красного цвета в природе встречается в виде минерала гематита или же красного железняка. Химические свойства реагируют с водородом в процессе реакции оксида железа трехвалентного с водородом, железо восстанавливается. Оксид железа феррум-2О3 реагирует с алюминием. В процессе также получается чистое железо. Реагирует с растворами кислот, реагирует с растворами щелочей. Гидроксиды железа. Феррум-ОН дважды и феррум-ОН трижды. Феррум-ОН трижды можно получить при окислении гидроксида феррум-ОН дважды. Химические свойства феррум-ОН дважды и феррум-ОН трижды. Реагируют с кислотами, разлагаются при нагревании. Феррум-ОН трижды – амфотерное соединение. Реагируют с концентрированными щелочами. Обратите внимание на уравнение реакции. Соли железа реагируют со щелочами, реагируют с более активными металлами, реагируют с растворами солей, реагируют с кислотами. Обратите внимание на уравнение реакций. Качественные реакции на ионы железа плюс 2 и ионы железа плюс 3. Обратите внимание, общим ионом на определение двухвалентного и трехвалентного железа является наличие гидроксид ионов. Уравнение реакции. Ионы трехвалентного железа можно определить при реакции солей железа трехвалентного с радонидом калия. В ходе реакции образуется раствор кроваво-красного цвета. Из железа получают сплавы чугун и сталь, которые имеют широкое применение в народном хозяйстве. Обратите внимание, области применения чугуна и стали. Перейдем к выполнению заданий. Задание первое. С какими веществами будет реагировать железо? Проверяем ответ. Железо будет реагировать, обратите внимание, на предложенные варианты ответа. Задание второе. С какими веществами будут реагировать оксиды феррум-О и феррум-2О3? Проверяем ответ. Обратите внимание на правильные ответы. Задание третье. Дана соль, сульфат железа трехвалентного. С какими веществами она реагирует?
Проверяем ответ. Данная соль реагирует с калием OH, барий хлор 2 и алюминием. Подведем итоги урока. Сегодня на уроке вы узнали, что железо находится в четвертом периоде восьмой группе в B подгруппе периодической таблицы химических элементов. Характерные степени окисления плюс 2, плюс 3. Железо – тяжелый тугоплавкий металл. Обладает магнитными свойствами. Железо – это металл средней химической активности. Проявляет общие свойства, характерные для металлов. Оксид железа – ферум-О – основной оксид. Оксид железа ферум-2О3 проявляет слабые амфотерные свойства. Гидроксид железа двухвалентный, ферум-OH дважды, по химическим свойствам слабое основание, неустойчивое соединение. Гидроксид железа трехвалентного, ферум-OH трижды, очень слабое основание, проявляет амфотерные свойства. Урок окончен. До свидания.